Всем приветики. В общем, откалибровал я свой тестер и решил записать видео о том, как это сделать. Для начала вам нужно проверить напряжение, то, которое у вас в устройстве, под которое вы будете калибровать. То есть берете тестер, включаете его и выставляете. Сейчас я все подготовлю. Ну вот, ставите все. Подключаете и соединяете контакты. Вот этот и этот, последние два. Это минус, это плюс. Верхний минус, нижний плюс. Ну и вот оно показывает 5, 13. 12, 13. Значит, тестер нам нужно откалибровать на 13. Ну, 5, 13. Зажимаем кнопку и держим, и вставляем. У нас появляется Voltage Calibration. И это показывает то напряжение, которое у вас будет идти на отображение. Нажимаете два раза на кнопку и показываю стрелочку вверх. Теперь один раз нажимаете. Это оно повышает напряжение. То есть можете удерживать. Тогда быстро пойдет. Ну, таким вот образом калибруете. Еще раз два раза нажимаете быстро. Стрелочка вниз переключается, то есть понижение. Удерживаете. Ну, и нам надо было 5-12. То есть, ну, можно либо удерживать, тогда оно быстро будет опускаться, либо один раз нажимать, тогда оно будет медленно опускаться. Было 5-12. 12-13, ну, примерно 5-13. У меня стояло минус 12. Ну, то есть, примерно так. Оно прыгает с 12 на 13, то есть, значит, ну, вот как-то, ну, примерно так, наверное. Хотя, наверное, лучше все-таки, чтобы было 13, мне кажется. Так, еще раз два раза нажимаем. Повышаем. Ну, вот так. Потом еще раз два раза. Это вниз, еще раз два раза, это туда. И когда стрелочка показывает в эту сторону, то есть это уже все, типа, готовое напряжение. То есть стрелочка либо вверх повышается, либо вниз понижается. Если в ту сторону, просто один раз нажимается, все, откалибровано. Ну, а дальше включается, все, напряжение показывает то. Ну, 5 вольт за минусом или плюсом того, сколько вы добавили. Откалибровали. Ну все, теперь как там, как на тестере было, это 12-13, но раз оно прыгает с 12 на 13, значит там где-то 5, 1,29, 1,31, что такое, короче, прыгает. В принципе, ну, можно было еще чуть понизить, а то, наверное, 3-4, многовато. Просто в прошлое, это сейчас он показывает 12, а в прошлое я раз мерил, оно показывало 14, ну, то есть 13-14 прыгало, сейчас 12-13 прыгает. Короче, в принципе, пойдет и так. Так что, более-менее приблизительно почти что одинаково, так что нормально. Таким вот образом можно откалибровать тестер. Ну вот, как-то так. На этом все, всем покедово.